Химки, администрация, еще раз подскажите, работает домофон, можете открыть дверь? Домофон работает, жалоб больше нет. Сергей Петрухин демонстрирует итог своей работы. С проблемой неработающего вызовного блока в дверях на портал Добродел обратились жильцы дома номер 54 по улице Молодежной. Задача Сергея Петрухина была проследить, чтобы поломку устранили быстро и лично убедиться в качестве выполненных работ. Когда это касается многоквартирного дома, я выезжаю по месту на комиссию, то есть участвую в комиссии, где участвует госжилинспекция, и я жители дома и, соответственно, управляющая компания. Мы проверяем, как работы проведены. На основании этого составляется акт, также все фиксируется фотографиями. Ну, все это то же самое, потом возвращаемся на место, даем также ответ жителям. Сергей Петрухин – один из 16 специалистов муниципального центра управления регионом в Химках. Сюда ежемесячно поступает от 800 до 1000 жалоб от жителей округа. Неубранные дворы и неработающие фонари, ямы на дорогах и плохая дорожная разметка, шум по ночам и очереди в поликлиниках и многие другие. Задача специалистов центра – решить проблему как можно скорее. Классическое количество дней, которое нам дается, это 8 рабочих, 10 календарных дней. Но есть заявки по срочным категориям, там, где существует угроза жизни и здоровью населения, непосредственно, например, открытый люк или какая-то иная проблема схожего характера. Здесь наши сотрудники выезжают в течение суток, принимают первичные меры. Если требуются какие-то капитальные работы, соответственно, берут дополнительное время, но первичные меры принимаются незамедлительно. Со специалистами центра всегда на связи службы города, которые обязаны в кратчайшие сроки решить проблему. Управляющие компании «Химдор» и «Химспас», различные ведомства администрации городского округа. Например, в этом дворе на улице Грушина к работам привлекли комбинат по благоустройству. Жители жаловались на сломанные качели. Каждый день приходят заявки по тому, что что-то сломали на детских площадках, в парках разрисовывают качели, карусели, ломают. Ну, мы это оперативно с этим справляемся, чиним, меняем на новое. Портал «Добродел» доступен каждому. Чтобы сообщить о проблеме в сфере ЖКХ, транспорта, медицины, безопасности, социальной сфере, достаточно зарегистрироваться на сайте. На главной странице создать сообщение, заполнить все поля и прикрепить фото. Это займет не более 5 минут. Оформить обращение можно и в мобильном приложении «Добродел». Кроме этого, заявку можно оставить по телефонам горячей линии, указанным на экране.